Во-первых, я никогда за руль не сажусь, не еду дальше, прежде чем не прочитаю молитву святителя Николая Чудотворца. Я знаю ее наизусть. Святый Николай, угодничий, презрядный Господень, теплый заступничий. Я даже сажусь, у меня она автоматически... Я один раз думаю, как-то, ну... Вот настолько у меня уже это все вошло в меня. Конечно, Николая Чудотворца я почитаю и сталкивался неоднократно со свидетельствами его чудотворения у нас в России. Мне старец Адриан Псков-Щерский рассказывал очень интересный случай. Так он пошел за водой набирать воду, значит, и как его Николай Чудотворец спас крещенскую воду. И у меня был случай тоже в жизни. Я тоже еще был в стадии воцерковления. Еще, может быть, даже вот так только первые шаги делал. И однажды мы поехали в деревню одну. И я, значит, вот пришли на кладбище деревенское старое, и висела икона Николая Чудотворца. Раньше везде на кладбищах висели иконы Николая Чудотворца. Сейчас не знаю как, не видел вот, на современных кладбищах. И она мне так понравилась, так понравилась. Ну, она такая старинная, какая-то вот. Я взял ее и снял, значит, положил себе под куртку. Значит, ну, пока никто не видел. Прошлись по кладбищу, я возвращался обратно. Стали возвращаться обратно. И там какой-то разрушенный дом, и мы решили в него заглянуть. Такое любопытство. Такое бывает в молодом возрасте. Зашли в дом и стали ходить по дому. Но там были балки, пол снят уже, разворовано все было. Деревни, к сожалению, наши умирают. Вот. У меня нога сорвалась, и я упал этой иконой, значит, вместе иконой, значит, и грудью упал на эту балку. И была такая боль неимоверная. Вот. Ну, я сразу понял, что... Почему это? Я дышать практически не мог. Я пошел, повесил икону на место. Вот. Приехали мы домой, я 3 дня лежал. У меня была температура. Значит, я ходить даже не мог. Наступать на ноги не мог. Что такое это было? Что вот так вот Николай Угодник, он добрый. Вот. Но если ты что-то делаешь не по правилам, нельзя такие вещи делать. Конечно, и на храме у себя, и вот я обязательно говорю о чудесах Николая Чудотворца на проповедях. То есть в жизни моей он играет очень большую роль. И очень долго я образ носил Николая Чудотворца у себя на груди. Он меня как-то защищал и спасал. Когда очень тяжелые времена были, я буквально не снимал. Вот так вот, это мой личный опыт по поводу Николая Чудотворца.